Не нотки фонограммы. В филармонии состоялся спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». В постановке русского театра драмы и комедии Карачаева-Черкесии. Об особенностях спектакля расскажет Дарья Тендит. Передать на сцене замысел Чингиза Айтматова сложно, но режиссер Антон Городецкий и сценограф Леонид Черный сохранили главную ценность материнского поля, наполняя смыслом и трагизмом историю жизни. Они избежали общепринятых приемов, благодаря этому получилось необычно. Роль Толгана исполнили все актрисы состава. Каждая из них отображала определенный период жизни. Спектакль проходил без фонограммы, был только живой звук. Я сначала возмутился, думаю, ну что ж ты, это мы с Витой Дримовичем тоже там, Москва, немножко учились, мы что-то знаем. Почему ты так решил? Он сказал, вы знаете, а у вас актеры из подпорок, они вытащат. И потом, я думаю, что вот эта тема, тут нужна тишина. Сдержанная цветовая гамма, белое одеяние, желтое поле – два основных голоса – матери-женщины и матери-земли. В совокупности это оказывает магнетическое воздействие на зрителя. Здравствуй, Коля. Здравствуй, Толганай. Ты пришла и еще постарела. История о жизни обычной женщины, которая прошла через множество трудностей и несчастий. Толганай потеряла мужа и сыновей во время войны. Жизнь сильнее смерти, а материнская любовь вечна. Мимо нас пронесся последний вагон эшелона, я все еще бежала по шпалам, затем упала, как я кричала и стонала, сын мой отправлялся на поле битвы. Актеры передали на сцене всю глубину и трагичность, держа зрителей в напряжении до самого конца. Тяжело дается актеру такие драматические сюжеты, держать себя и свои эмоции не расплескать, а оставить для зрителя. Поэтому вот это, наверное, самое сложное было в работе над этим спектаклем. Сидящие в зале были полностью погружены в сюжет и переживали за героев. Сдерживать эмоции зрителям было сложно. Очень тяжелое время. И вопросы здесь задаются очень честные и прямые. И такие же прямые даются ответы. Спектакль смотрелся на одном дыхании. Первый раз смотрел, как играют на взрыв. Такого я еще не видел. Спектакль «Материнское поле» стал важным событием в жизни зрителей, подарив им массу эмоций и тем для рассуждений, позволив ощутить на себе мощь и смысл прекрасного произведения Чингиза Айтматова. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.